Ярославле учащиеся школы номер 29 вступили в ряды юных инспекторов дорожного движения. Пятиклассники и шестиклассники, всего 45 ребят, принесли торжественную клятву. В честь праздника состоялся концерт. Особо отличившихся за год наградили медалями и грамотами. Караул заносит в зал торжественный штандарт в полной боевой готовности. Все как у взрослых. В руках автомат, на плечах амуниция. Далее равнение на флаг и исполнение гимна. После этого переход к торжественной клятве и присяге. Учителей и родителей, оправдать их доверие и надежду. Хранить и приумножать славные традиции школы. Честью носить гордое имя кадета. После официальной части ребята провели для родителей и учителей тематический концерт. Только крепче мы дружили над перекрестным огнем. Кое-кто постарше признается, что в дальнейшем хочет связать свою судьбу с силовыми структурами. А если не получится, то любыми другими способами быть полезным обществу. Эта деятельность мне нравится, и я бы хотел посвятить ее пропаганде правил дорожного движения. Либо пойти работать в ГАИ, либо пойти также в школу преподавать детям правила дорожного движения. Ребят с детства учат порядку. В школе развита структура наставничества. Те, кто постарше, всячески помогают молодому поколению. Наставник – это тот, который детям более младшего возраста говорит, что надо дальше делать, как проводить вот эти разъяснительные беседы, недели безопасности, как принимать участие в различных, помогать родителям в родительском патруле. Они являются примером во всем. То есть они к их достижением стремятся младшие школьники. Главной задачей членов отряда ЮИД является изучение правил дорожного движения, а также работа по пропаганде безопасности дорожного движения с участниками дорожного движения. Хочется еще раз поздравить ребят с этим торжественным праздником и пожелать безопасных дорог. Всем новоиспеченным ЮИДовцам подарили памятные подарки и вручили удостоверения. Игорь Шевченко, Олег Вольский, главные телевизионные новости.